И почему ты еще не на стримах Hell Play? Так, поехали. Unusual Memes Compilation 292. Погнали! Прямиком в ад. Ничего себе, кстати. Упал. И к бабке пристают. Геронтофил. Да. Как будто кот. Реально. Молоко с мороженым, кофе. Perfecto, muchas gracias, qué rico. Да, я знаю, окей, фейс. Это, кстати, классика для меня была бы. Вот серьезно, я такой же криворукий, невнимательный чел. Я в быту ужасно неряшливый. У меня девушка с этого вечно угорает. Если я что-то беру, я обязательно уроню, толкну, не замечу, разобью. Это про меня. Спасибо, Никита, за подписку на Boosty. Мила, я говорю. Да. Да. Гений. What happened? I fell through the roof, Jolie. Yes. Oh! Yeah. Это шутка какая-то. Так и думал. Вуаля. Вуаля. Так. You know what we have to do. Cheers. Look at those layers. Как ты была, Бруниу? Оп, что такое? Мил, ты гнуса! Кому-то на голову. Блин, ну прикольно, кстати. Я бы тоже камень толкнул такой. Ну где нет проезжей части и тропинок. Оу! Найс сделал себе домик. Бра! Fix that neck! Ronin! Бра! Лопнет сочинение. Сейчас стул, бля, развалится. Было бы смешно, если бы он ударил и у стула такие ножки. Нихуя.
No dogs on the beach. Sheep. Мне кажется, если бы он лег назад, было бы лучше. Да, минус стол стеклянный. Does anyone else before they go out make a little meal? We're always doing too much. Boy, is this alcohol? Acting like. Bessie and she. Yeah, show me your sandwich. I need it. Like I'm in the part of the conversation. Like. No, you. No, you got it. You got it. Последний выживший, блядь. А он с другой стороны, да? Нет? 哦。Oh. И просто пфу, в ответ. Ну такое как бы. Опять слабая подборка. Ой. Да, будьте здоровы, чат. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Блин. О, я сейчас кинул салфетку после того, как, ну, от чихания руки кинул ее, она телефон задела, чуть телефон не разблокировала мне. Напомнила мем, где, знаете, там, капля упала тебе на телефон, активировала телефон, написала всем, что ты там гей какой-то, еще что-то. Также тут кинул салфетку, она разблокировала телефон, там какие-то голые фотки твои везде начали распространяться, типа, постом, я лох. У тебя есть голые фотки в галерее? Пойду взломаю твой телефон. Не, на самом деле у меня нет ни одной голой фотки. Так что да. Это на самом деле небольшая кринжа. Я даже не знаю, что должно было бы случиться в моей жизни, чтобы я снял себя голым. Ну, то есть, ты такой просыпаешься утром и такой, снять бы свою голую жопу. И снимаешь ее такой. И сохраняешь на себе на телефон. Ну, то есть, что должно произойти в твоей жизни, чтобы ты это сделал, бля. Не, ну я знаю, что должно произойти в твоей жизни. OnlyFans, либо Boosty. Но в остальном...